Вся красота вятской природы на одной выставке. В диораме открылась экспозиция под названием «Люби свой край и воспевай». Она показывает разнообразие животного и растительного мира Кировской области. Здесь можно увидеть гербарии, коллекции бабочек, чучело птиц и многое другое. На выставке побывал Андрей Дозорцев. На этой выставке каждый посетитель может почувствовать себя исследователем-натуралистом, будто попадая в кабинет биолога. Зритель видит те предметы, которые используются для изучения природы, а главное – коллекции. Десятки насекомых, стрекоз и бабочек. Их можно рассмотреть даже в микроскоп. Выставка богата экспонатами из мира флоры. Здесь можно увидеть мхи, лишайники, гербарии. Листы гербария сохранились благодаря фондам Кировского областного краеведческого музея. Они собраны еще в начале 20 века и вот до сих пор хранятся, находятся в хорошем состоянии. Отдельного внимания на выставке заслуживают чучело птиц и животных. Здесь можно встретить белку, норку, дятла, сороку и других представителей фауны Кировской области. Эта экспозиция как отражение вятской природы, причем все экспонаты находятся в непосредственной близости от зрителя. Даже эти птицы, которые живут в нашем городе, вороны, сороки, галки, мы видим, в принципе, их постоянно, но же их очень трудно рассмотреть вблизи. А здесь, так как они сделаны в виде чучела, можно до деталей рассмотреть их оперение, особенности окраса. Ну, вот, например, скворец, смотрите, какое у него красивое оперение с крапинками. Выставкой в выставке можно назвать эту экспозицию. Она словно открывает красоту природы под другим углом. Все эти картины сделаны из камня. По словам организаторов, это совершенно новый вид искусства – уральско-флорентийская мозаика. Среди экспонатов нашелся самый уникальный – осколок челябинского метеорита. Выезжали на место падения этого тела, ну и искали, нашли. Из себя представляют просто условно кусок металла. Такой, как бы, немножко он обгоревший. Ну вот, немножко тяжеленький. Природа во всем ее многообразии на одной выставке удивляет и увлекает посетителей. Именно здесь, по словам организаторов, можно приблизиться к миру растений и животных, получить конкретное представление о том, что находится вокруг. Андрей Дозорцев, Игорь Охотников, Вести, Киров.